Алло, привет, народ. Делика на проводе L300. 220, по-моему, пробег какой-то. Автомат, полный привод, турбодизелечек. 4D56, знаменитый дизелечек. Вот такой вот Star Wagon. Не знаю, это оригинальная наклейка. Limited Edition. Что в ней такого? Limited. Не гнилая. Не гнилая. И даже шторки есть. Родные. Обычно это редкость, да? Запустим быстренько. А, кстати, да, это. Кто знаком? Датчик бензина что-то перестал работать и температурой. Кто знаком с деликами? Там есть датчик. Да, пробег 226. Там есть. Этот вот так должен быть здесь. Пимпочка должна быть пластмассовая. Куда-то делась. Отвалилась, наверное, от жары, от солнца. За 25 лет. На термостате, по-моему, есть датчик двухконтактный. Он вроде неисправный, но, блин, я напрямую пробовал, все равно лампочка не загорается, нет, не двигается, то есть стрелочка ни на температуру, ни на этот. Ни на датчик топлива. Кто знает, подскажите. То есть температура датчика топлива внизу и температура. Температура и внизу, и топливо тоже внизу. Оба датчика ноль. Пытался их напрямую, тоже не дергается. Жара у нас вообще, да, обещает страшную жару. То холод, то жара. Нормальной температуры нету, да. Кстати, да, один хозяин 95-го года машина, стоянку имеет в городе. А вот еще пришел Френди. Совсем забыл, надо помыть, съездить. Хоть немножко показать. 13 тысяч пробег, полный привод на механике.